Всех снова приветствую на своем канале и хотел бы продолжить тематику фонариков. Мною был заказан пустой, как вот на английском языке это пишется host. В русских источниках я встречал еще такое название, как тушка, или просто это слово host переводят как host, просто записывают это русским языком, вот, но в принципе, вот этот пустой фонарик без драйвера и светодиода можно называть болванкой алюминиевой. Вот. Либо можно называть тушкой. Вот. Фонарик пришел в таком вот пакетике. Пакетик снабжен пупыркой. Вот. Коробка не помялась. Спасибо нашей почте. Вот. Тут вот мы видим надпись на китайском языке. Какая серия фонарика S2 конвой. Вот, упакован он очень хорошо, аккуратно. Фонарик сам очень аккуратный. Вот тут вот мы видим отражатель. Там, естественно, ничего нет внутри. Здесь нет ни светодиода, ни драйвера. Все это нужно покупать. Но в комплекте есть, вот если мы открутим вот эту заднюю крышку, в комплекте к данному фонарику идет... То есть вот тут уже припаяна пружинка сзади. Вот, как мы видим, пружинка здесь припаяна. То есть ее паять не нужно. И внутри фонарика мы видим вот это, то, что тут лежит. Сейчас. Вот это вот лежало вот в этом теле, как оно называется, я читал. Не знаю, может, я ошибаюсь. Вот видим, тут внутри он анодированный, изолированный. Вот. Фонарик, конечно, выполнен очень аккуратно. Вот. Китайцы молодцы, то, что создали такой народный фонарь, который, в принципе, любой человек, заказавший его, может его использовать и создавать определенные фонари, вернее, определенной мощности. Тут вот мы видим, в голове находится вот этот вот латунный патрон, который надо выкручивать. Мне, конечно, вот непонятно, почему. Возможно, этот фонарик не комплектуется, возможно, в этом фонаре светодиод не крепится посредством болтов, но болтов вот тут вот нету. Не знаю почему, потому что вот фонарик, если я не ошибаюсь, конвой М1, там вот в таком пакетике, помимо вот этого... центрующего вот этого устройства светодиодного, еще есть два шурупчика. Я пока еще голову не разбирал. Вот. Как разберу, то потом скажу. Но на мой взгляд, производитель забыл сюда положить шурупы. Вот. Ну и все необходимое для создания фонарика у меня есть. Как я все спаяю, я сделаю небольшой обзор на фонарик. Напомню, для этого фонарика я заказал янтарный светодиод. Вот, когда я спаяю этот фонарик, припаяю, вернее, светодиод, я вам продемонстрирую, как же работает фонарик на янтарном светодиоде. Всем большое спасибо за просмотр.